3 февраля, мы на ките, отгружаемся, у нас почти 3 тонны средств для промывки. Средства по другой марке GT-FOS. У нас есть как GT-FOS Steel, средство для полусничных теплообменников, основа ортофосфорная кислота, есть лимонка, шевелева, сульфаминка, муравьиная, 3 вида ингибиторов, комплексное средство, такое более щадящее для старого оборудования. Более сильная GT-FOS Universal. Первичные вторичные теплообменники можно мыть, пластичные до 5-7 лет, кожухотрубные, котлы водогрейные, жаротрубные, тоже комплекс кислот, комплекс ингибиторов. Здесь есть как соляная, ортофосфорная, сульфаминовая, муравьиная, так и 3 вида ингибиторов. Средство может отмыть до 580 грамм кальциево-магниевых отложений на килограмм концентрата. Довольно мощное. Хорошо моет. Сейчас будем упаковывать. Так, здесь у нас в 20-ках универсал и 30-ки стила. Это Ингушетия Назрань. Здесь 30 штук у нас стила Чита. Здесь Москва 40 штук. И еще тоже Москва 40 штук. И город Казань 25 штук GT-FOS Universal. Там чуть-чуть еще на понедельник